Друзья, я вас приветствую. Знаю, что вы готовы видеть это белое, очаровательное чудо просто каждый день. Но сегодня, позвольте, я сделаю сюжет не о нем. Сегодня день рождения у пушистой леди нашей семьи. Марта, ну что? Капля, у тебя не сегодня день народжения. Марта, бери-ка свой поводок и отправляемся в лес. Приятного просмотра, дорогие друзья. Петь, а ты за главного, как всегда. Петя у нас в семье за главного. Всех погоняет, всех выстроит, если нужно, поставит на место и поругает. Лесные люди нас окружают. Ну, давай, настраивайся, блин. Давай, давай. О, примерно вот так. Нельзя. Я вроде вышел в лес, а за 2 минуты уже несколько человек прошло. Один в одну сторону, другой в другую. Вот, и снимай. В таком случае можно было спокойно и возле дома в городе снимать. Эх, это несправедливость. Марта, ну-ка, иди сюда. Сюда иди. Такой запах какашек. Вы знаете, у меня Марта обожает какашки. И я сейчас по сюжету должен был ее поднять вот так вот в руки. Показать вам и начать видео. Но запах такой зловонный. Ну ладно, сегодня особенный день, придется взять ее на руки. Что облизываешься? Нет, не надо целоваться. Не надо! Дорогие друзья, сегодня не что иное, как день Марты. А именно, Марта, сколько тебе исполнилось-то? А исполнилось ей 6 лет. Не надо целоваться. А именно 12 февраля 2015 года вот это прекрасное чудовище появилось на свет. Ну а забрали мы ее где-то как раз через месяц, то есть 12 марта или ближе к апрелю. Ну вот так, да. Вот такое вот чудовище прекрасное, которая обожает есть какашки, несмотря на то, что мы всячески пытаемся это пресечь и кормить всевозможными вкусняшками. Вот, дорогие друзья, праздник Марты — это не только ее единственный праздник. В этот день за нее вы не переживаете, она всегда получается самая хорошая. Помимо качественного питания, она постоянно бегает со мной по лугам, по оврагам, по лесам, по озерам, в общем, где угодно, да, вы сами видите на примере этого видео. В этот прекрасный день я хочу пожелать, чтобы вы, если у вас есть такая вот собака средних или крупной породы, уделяли ей как можно больше внимания. Собака — это не человек, который может тюленюшкой лежать на диване, смотреть телевизор, и в принципе жизнь хороша. Собакам нужен активный образ жизни, поэтому если вы сами не хотите бегать, то, пожалуйста, выводите ваших собак. Им ведь многого в жизни не нужно. Просто, чтобы вывели в лес и... Не надо, я тебя очень люблю, целоваться не надо. Просто, чтобы вывели в лес, и вот оно счастье, вот оно собачье счастье. В общем, не буду долго болтать. Марточка, дорогая моя, с днем тебя, твоего собачьего рождения. Тебе 6 лет, и это прекрасно. Я счастлив, что ты живешь со мной все эти года. Я очень с тобой счастлив. Ну, а что ты думала? Мы сюда пришли, что ли, живот мять? Вперед!
покажись. Марта, сегодня точно твой день. Смотрите, друзья. Я сначала думаю, что это такое? Вон, видите, где репейник поймала. Головой, головешкой поймала репейник Марта. Че расслабилась? Побежали дальше. Дорогие друзья, иди сюда, верный пес, только близко не подходи, чай пахнет так хорошо у тебя из зубов, так хорошо из пасти пахнет. Марта! Ты что, не ушаталась еще? Ты еще не ушатана? Иди сюда, иди сюда. Эй. Дорогие друзья, я считаю, чтобы каждый из вас... Старайтесь от всей души ушатать вашу собаку. Да, им это поистине нужно. Бегайте с ними, прыгайте. Они ведь многое не просят. Ни яхт им, ни самолетов, ни машин, ничего, никаких денег. Им просто, чтобы вы были рядом и гуляли с ними подольше. Гуляли вот так вот, да? Какашки в моде. Все, гуляйте с собаками и ушатывайте собак. Там опять люди идут. Марта, опять люди идут. Смысл было выходить в лес.